Летняя оздоровительная кампания в регионе проходит в единой концепции «Кузбасское лето», которая объединяет образование, туризм, культуру, спорт, молодежную политику и другие сферы. Особым спросом у юных жителей региона пользуются загородные лагеря. В июне там отдохнули почти 15 тысяч детей, в том числе более 500 из семей участников СВО. Всего этим летом отдых детей в регионе организован в 785 организациях, где перед новым учебным годом примут более 125 тысяч кузбасских школьников.